Работа, которая доставляет удовольствие, это, пожалуй, самое популярное желание современного человека. Еще классики говорили, что мир будет счастлив тогда, когда каждый будет находить радость в труде. В сознании многих приоритетом являются материальные блага. В результате большинство относятся к работе как к инструменту для заработка. Мы часто спрашиваем, сколько ты зарабатываешь, а не о том, счастлив ли ты в работе. Ирина Блохина – профессиональный инженер-химик. На пике карьерного роста она получает должность начальника эколого-аналитической лаборатории престижного предприятия. Но в одночасье меняет профессию. Так, что, пошли работать? Чили. Всем привет, здравствуйте. Теперь она грумер для собак и кошек, проще говоря, парикмахер и стилист. Кардинальная перемена в ее случае назревала давно. Вам нравится ваша работа? Вы любите свою работу? Вы любите, да? Мне моя работа удовольствия не доставляла никакого, абсолютно бесполезная. Поэтому в какой-то момент просто мне надоело чего-то, там переклинило. Я пошла и купила газету с объявлениями о работе. Начала читать и увидела объявление, что требуется грумер в клинику Вета. Позвонила. Ну вот, теперь я здесь работаю. Ей просто показалось это интересным, а рядом всегда были домашние питомцы, которые не дали усомниться в выборе новой профессии. Но так как я была не специалист, и просто так на пальцах учиться мне как бы не захотелось, я поехала в Москву, отучилась на курсах грумеров, вот, получила диплом или там сертификат какой-то, да, и уже как бы приехала сюда. Сознание, можно сказать, дело. Но это так показалось. Обычно тут раскидываю все свое барахло и выбираю потом то, что мне нужно. Или вообще предложить лекарство от всех болезней. Шоколадные пилюли от известной шоколатье. Сегодня Мария Майская владеет магазином и небольшим производством. А когда-то стартап составлял только 25 тысяч рублей. И 3 года не было прибыли. Как космонавт. Чувствую себя Терешковой. Вот, то есть столько всего непознанного. То есть когда мы туда окунулись, во всю эту отрасль, сферу, было, конечно, страшно, невозможно. Многие говорят, что ты делаешь, зачем? Это ведь так сложно, заниматься производством, это дорого, ты не получаешь прибыли. А мы вот как фанаты, просто с головой в омут. Мария – первая женщина-шоколатье в России, которая производит шоколад перетиранием какао-бобов, как это делали в 19 веке. Мы встретились в день ее рождения, поклонники лакомства уже стали друзьями. Один из самых первых людей, на ком она экспериментировала. Вот, дегустатор ее. Вот. Ну, а сейчас уже и покупатель, и друг. Сама Мария причиной шоколадного увлечения называет декретный отпуск. Тогда появилось время и желание следить за питанием. Этот ребенок попросил меня приготовить на день рождения шоколадные пирожные. Вот. У меня получилось все, кроме шоколада. Думаю, как же так, у меня все получилось, а вот именно работа с шоколадом у меня не получилось. Я стала этой темой заниматься. И она меня настолько увлекла, что я стала ей заниматься уже все больше и больше. Этот звук не спутать ни с чем. Так уж напоминает о походе к стоматологу. Уже 11 лет Олег Прокудин – зубной техник. Из искусственных коронок создает красивые улыбки. 3 в 1. И скульпторы, и художники, и... Уже сейчас не помню, там что-то третье. Все хотят голливудскую улыбку. Он все говорит, что-то какие-то желтенькие, мне посветлей. Все хотят красивую улыбку. Ну, а мы стараемся, чтобы сделать. Ну, я же еще не только занимаюсь вот этой работой, у меня еще и музыка. Я студент Института культуры и искусства. Первый курс. Решил свое хобби как бы более профессиональным сделать. Поступил в университет
в ТГУ. Вот так, казалось бы, просто и между делом. Но для Олега это был серьезный шаг – заняться профессионально тем, что по-настоящему приносит радость. Ну, мне в основном, конечно, нравятся вот живые песни. Ну, чтобы вы понимали, что это такое. Песни разные бывают, но когда в них душа, текст, музыка, ну, это чувствуется. Такие песни приятнее слушать. Вот у нас какая красотка пришла. Зовут ее Джесси. У грумера уже свои постоянные клиенты. Они знают, что записаться к Ирине возможно только за несколько недель. И хотя стрижка питомца порой обходится дороже, чем поход в салон красоты, работа мастера того стоит. Я думаю, там тысяч, думаю, ну за что? Потом я посмотрела, думаю, нет, я тебя понимаю. Почему столько отводится? Вот ровно час, Ирина ее подстригла. Час. И она такая вышла. Классный. Ольга может часами рассказывать о своей милой и пушистой Джесси. Называет ее не иначе, как дочкой. Любовь мамы разделяют сыновья и муж. А тут принесли тоже вот такую вот. Все, у нас вся семья ее любит. В то время как хозяйка делает свою работу, напарница Чили налаживает контакт с клиентами. Иногда просит соблюдать субординацию. Ну это она сейчас так для этого, для вида. Некоторые приходят, спокойненько стоят, некоторые ругаются. С ними сначала по-хорошему, потом немножко можно поругаться, скажем так. Но в общем и целом как бы договариваемся. Договариваться приходится не только с питомцами, но это одна из самых приятных составляющих в работе. Очень люблю с людьми общаться, с клиентами. То есть с некоторыми уже такие приятельские, я бы сказала, отношения. Вообще Ирина удивлена таким вниманием к своей персоне. Мы не первые журналисты, кто решил узнать, что подвигло на перемену в профессии. Приятно вот так вот идти на работу и не так ползти на нее, как там в интернете везде нарисовано, да, там, о, завтра понедельник, мне на работу. Мне все равно, какой день, если у меня рабочий день, у меня есть запись, я с удовольствием иду на работу. Овладев искусством приготовления шоколада, Мария стала готовить конфеты для домашних. Открыла свой блог и даже прошла обучение в Бельгии. Вскоре поступило заманчивое предложение от известного шоколатье Виктора Кудрявцева производить шоколад, перетирая какао-бобы, как это делали в России 19 века. Тут, значит, я задала вопрос, я говорю: Виктор, мы живем в России, я все понимаю, но ничего не делается просто так. Ну, не рассказывает. Понимаешь, говорит, был такой спор, что мы, говорит, поспорили с очень известными, говорит, в мире производителями шоколада. Мы поспорили о том, что, значит, в России через 2-3 года будет отрасль, которая по качеству шоколада вытеснит весь промышленный европейский шоколад, и мы вернемся первоначально к тому, что когда-то было понятие «русский шоколад». Теперь на производстве сортовые какао-бобы из Доминиканы, Венесуэлы и Кубы. Очищенные и обжаренные их загрузят в меланжоры. Пойдемте, покажу вам, что такое меланжор и как происходит процесс производства шоколада. Пойдем посмотрим. А вот и мастерицы-шоколадницы. Ранее работали на готовом сырье, растапливали шоколадные колядки. Теперь только по технологии 19 века на меланжорах. Правда, сегодня они электрические. Вот эти вот твердые какао-бобы вот сейчас под давлением камней превращаются в жидкую массу. Без нет, я уже не могу терпеть, хочу попробовать шоколад. Пробуйте. Давайте. Пробуйте. В крафтовом шоколаде оказалось только два компонента – какао-бобы и тростниковый сахар. Потом это лакомство принимает ванну, откуда отправляется в фигурные слепки, приобретает свою форму и застывает на холоде. Из такой шоколадной реки получается все, что фантазия скульптора пожелает. Кстати, хранится натуральный шоколад может 5 лет. Какао-бобы в его составе являются естественным антиоксидантом. Мы уже привыкли, что качественным считают шоколад Швейцарии, Бельгии, Франции. А ведь в 19 веке именно Россия была шоколадной столицей мира. Можно? Только в одной Москве насчитывалось около 200 производств, в Санкт-Петербурге и того больше. Шоколад считался лучшим сувениром из России.
Мария уточняет, что пока культура потребления шоколада не сформирована, поэтому отчасти приходится работать не благодаря, а вопреки. Да, 5 лет назад было вообще очень тяжело. То есть доказать людям, что плитка шоколада стоит 350 рублей, и это дешево. Вот, то есть я получала в глазах немой вопрос, то есть вы что, с ума сошли? 350 рублей плитка шоколада? Но используя дорогое сырье, она остается верной своей идее – возродить настоящий русский шоколад, который теперь войдет в историю как производимый в Тамбове. А сама Мария станет примером того, как, выбрав дело по душе, невольно начинаешь приносить пользу себе и окружающим. Учебного театра уже не зубной техник, а студент-первокурсник Олег Прокудин репетирует сольную программу. В искусстве далеко не новичок, записал уже свой альбом. Первый раз он вышел на сцену в 8 лет в руссконародном ансамбле «Рябинушка». Мы когда выходили на сцену, у меня душа замирала просто от радости, от восторга, то, что вот мы поем русские народные песни. Есть три типа, я всегда говорю, людей, которые выходят на сцену. Те, которые выходят показать свои вокальные данные. Второе – это которые выходят показать себя. А третье – которые выходят показать вот, содержание песни. Вот нам по последним направлениям нужно работать. Уже в доме сложно найти признаки присутствия зубного техника, но вот артиста, влюбленного в эстраду исполнителей, не скрыть. Олег и гостей встречает по-особому, с любимым инструментом. Он бывал на многих концертах. Однажды на юбилейном вечере Ильи Резника Олег встретился с примадонной. Взял руку, поцеловал, вот, и достал букет, она взяла букет. Букет взяла только у меня в одного. Под крышей дома твоего, под крышей дома твоего. Видишь, я сейчас про нее вспомнил, уже все, меня уже зацепило. И может отпустить через полчаса это. Вот как только слышу, все. Уже я ни о чем не думаю. Судьба, дорога грез, тропинка счастья. Я сам себе судья, и надо мной никто не властен. Пусть мир